Привет, Сонни. Томми. Томми. Ну, наконец-то. Знаю, знаю, тебя просто переполняют эмоции. 15 лет прошло. Думаю, все зависит от того, как на это посмотреть. Эй, работать на семью — это не в каталог плевать. Но и семья приглядывает за своими, не так ли? Ну как все прошло, удачно. Ты уже сидишь на огромном мешке с белым золотом. Слушай, Сонни, нас подставили. Сделака была засадой. Гарлили померли. Ты шутишь, сука, Томми. Скажи скорее, что бабки у тебя. Нет, Сонни. Денег у меня нет. Это были мои деньги, Томми. Мои деньги. Не надо мне вешать лапшу на уши, Томми, я не из тех, с кем это проходит. Подожди, Сонни. Я даю тебе слово, что верну твои деньги и порошок. И я пришлю тебе посылку с ушами тех, кто затеял это. Ладно, Томми, ты парень не глупый, но имей в виду, я тоже не дурак. Любой другой на твоем месте был бы уже мертв, но раз уж это ты и мы с тобой знакомы не первый день, я позволю тебе владеть это дело. Сонни, я дал тебе слово. Ладно, будь на связи.